В минувшую субботу молодежный парламент Усолья Сибирского провел необычную акцию. На островке небольшого озера ребята организовали запуск небесных фонариков. Идею подобных мероприятий усольчане подсмотрели у жителей нашего города. Идею молодежного парламента поддержала и администрация города. Мы эту акцию поддержали, чем могли, ребятам помогли. Ну, какая помощь? Во-первых, понятно, что нужно подготовить было площадку для того, чтобы провести это мероприятие. Дальше это озвучивание, это генератор, наш звукооператор сидит, наши артисты, милиция охраняет, пожарка стоит, скорая стоит. И по технике безопасности, все, что касается озера, тоже все это охраняется. Вот. Перед собравшимися в этот вечер выступили артисты домов культуры, местные рэперы и любители паркура. А с наступлением темноты в небо взлетели тысячи небесных фонариков. Зрелище получилось необычно ярким и завораживающим. В этот вечер с острова все выезжали в хорошем настроении и с улыбками на лицах.